чем не говорит, и в одном ряду с другими, как история звучит, как забытое предание про учителя Христа. Путь земных его скитаний, кровь Голгофского креста. Ничего они не знают о спасительной любви, и душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед ними дивный свет его лица. Многим людям это имя, только имя мудреца. Свободен, я прощен, кровь Спасителя живая смыла все грехи мои, очищает, исцеляет милость Божией любви. В этом имени чудесным торжество моих побед, в нем источник сил небесных, вечной жизни дивный свет. В нем спасение.